городе Северск, пьяный водитель продемонстрировал мастерство парковки. Мужчина умудрился заехать на ограждение у подъезда и полностью заблокировал дверь. Жильцам пришлось вылезать через окно на козырек подъезда, а затем по строительной лестнице на землю. Северск, наши дни. Вот такой новый способ парковки. Вот такой, кстати, там вот чуть выше. Новый способ выхода из подъезда. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.